Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, я успел восстановить, друзья мои, прогресс, но, к сожалению, не совсем точно. Потому что в прошлой серии мы с тобой прошли вот этот остров и должны были начинать вот с этого островка. Но, слава богу, что вообще хотя бы восстановилось у нас все. Так что давайте сегодня пройдем вот эту территорию. Так, деревушка зомби, возможно, награда. Дробаш. Ну что, поехали в бой. Ух, сейчас будем вспоминать, что почем. Блин, я забыл зайти и посмотреть, все ли у меня прокачано по перкам. Ладно, ничего страшного. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну что? Воу, у меня тут еще и оружие-то старенькой модификации. Ну-ка. Да ладно. Бомжару это не завалили. Так, зомби, ё-моё, я совсем забыл. Так, сейчас мне, по-моему, электрик звезданет хорошечно. Звезданет по морде своей перчат. Нет? И это тоже нет. Ну что, дед, все, ты остался один. Ты в курсе, нет? Я же тебя сейчас буду тут рвать. Просто рвать, ты понимаешь? Готов. Так, следующий партизан. Ну что, я думаю, что рыбный дождик им будет как раз. Плюс ракета. Ай, хорошо, Гринча подбили. Гринч отдуплился, естественно. Так, теперь холодильник. Пушка. Не, давай подожгем, наверное, его. Пускай он там горит. Горит в аду. А мы с тобой с пушки сейчас. Пидич. Чуть-чуть не то, конечно. Ладно, этот отдуплился. Заморозка. Что, башенка? Грустно тебе, да, стало вдруг? Я знаю, что тебе грустно, неприятно. Но что ж поделаешь. Такая твоя участь — отдуплиться. Давай следующий. Так, там мороженка психует. Гоблин что-то там машет. Так, ну что, взорвем чутка их, да? Потом бросим улей в кого? Так, понятно. И сделаем, наверное, напалм. Поехали. Барабан судьбы, да, так сказать. Тынч, тынч. И добиваем его из пушки. Так, четвертая волна. Трындец, это же у нас. Да, это именно он. Именно он, друзья мои, который принимает на себя весь урон. Вот хлыщ, а. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну. Там у них как? Все пока под контролем. О, скелет ударил меня. Меня ударил скелет с таким, блин, топорищем. Вкусни. Динамиту. Так, ну опять же, ой. Клоун, ребята, клоун. Клоун, надо быстрее эту ведьму сжечь. Блин, ну ладно, слесарь тоже, ребята, как этот электрик. Тоже как бы нам здесь не особо нужен. Да не туда ты бьешь. Он сейчас сожгет мне карты. Эх, не успел я динамит бросить. Ну, пройдоха несчастный. Так, тебе и надо. Бамс. Сейчас мы его уничтожим. И последняя волна, шестая. Начинаем, как всегда, с заморозки. Гринч надел шапку Одина. Или шапка Гермеса. Я не знаю кого. По-моему, это шапка Валькирии. Давай еще кого-нибудь придумаем, а? Шапки. Бамс, бамс. Ну-ка, ой, зачем я так делаю? Хотя, ладно, пускай он там сзади валяется. Ну-ка, в кого ракета полетит? Минус Гринч. Так, мне бы, конечно, желательно бы сейчас. О, он лопнул, ребята, он сам лопнул. Тем облегчил мне участь. Бамс, бамс, бамс. Блин, этот барабан судьбы очень, ребята, не очень много наносит урона. Поэтому я думаю, что надо его заменить. Победа. Так, ну что, удваиваем. Так, слушай-ка, у нас скоро уровень будет. Так, зайдем в магазин. Подарочек, что в нем? Ага. Что получили, я даже не успел понять, что. Слушайте, ребят, с вашего позволения, я, наверное, просмотрю здесь все вот эти рекламки, заберу все эти призы и уже продолжим. Так, ну что, друзья мои, все посмотрел, все получил, доволен как удав. И да, я посмотрел, в прошлой серии у нас даже 48 уровень был получен уже. Так что можно сделать смело вывод, что нас с тобой отбросили буквально на 4 этапа. Если считать, что это первый, второй, третий, четвертый, все это было пройдено, нас откинули. Но самое главное, что все-таки хоть сейвы
спаслись, да? А могли бы вообще начинать все заново. Ну, все заново вряд ли бы я начинал бы уже, потому что это был бы уже третий раз. У меня бы никаких нервов не хватило. Ладно, ребят, меньше демагогии и больше дела. Так, здесь у нас уровень 52-57. Разыгрывается, как ты видишь, молот. И с удовольствием пойдем с тобой бомбить. Блин, когда вот этого слона введут в игру, а, друзья мои? Вот здесь он есть, но в игре я его еще не видел ни разу. Поехали, начнем с улья. Блин, же хотел же пересмотреть свою колоду, ёлки-палки. Ладно, забыл. О, тролля просто сразу, ребята, смели. Нифига, а что они такие ватненькие здесь? Скелетоша, ты что там со своим веслом драным стоишь? Иди отсюда. Так, а здесь-то у нас что? Муха с дробашом, оригинально. Давай-ка мы так сделаем. Только не в зомби. Ну, конечно, в него. Именно в него попадает. Так, тролль сгорит. По идее, должен, да? Давай вот так вот. Ага. Так, сейчас посмотрим, куда боеголовка полетит. В муху. Шикарно. Ну, и остается дед-зомби. На. Точнее, это даже пират-зомби. Давай опять заморозку. Бросим улей. Так, это в осьминога мы попали, да, получается? Мы его вообще урыли сразу же. Так, бросаем еще один улей. И давай-ка, наверное, динамит закинем с тобой. Да ладно, ага, сгорел все-таки. Ну и пушка корабельная. Все, переходим с тобой на четвертую волну. Так, тут Гринч. Гоблин под Элвиса Пресли тут. Закос. Ну-ка. Твои налево. Он выжил? Он, друзья мои, выжил. И тут же мы его ушатали. Так, а этот грифон у нас захиливается, да? За счет чужих смертей он, понимаешь ли, восстанавливает себе здоровье. Радуется пускай, пока есть возможность. Так, Гринч, давай-ка, не бухти там. В кого боеголовка полетит? Лучше бы в Гринча попало бы. А мы его сейчас сожгем. Да, он сгорит. Ну и остается грифа. Так, давай-ка сюда, наверное, сделаем снегобум. И холодильником прибьем. Ну-ка, что у нас тут? Давай, наверное, сделаем так. Плюс барабан судьбы. Плюс корабельная пушка. И бросаем с тобой динамит. Отлично. Сейчас, секунду. Этот лопнул, но мы этого замораживаем. Все, ребят. Последняя, да, волна у нас получается. Нифига ты там, бандос такой. Оу, мы его еще не заморозили, нифига ты. Вот это ты даешь, жучара. Как же так-то? Почему ты не замерз? Объясни мне, пожалуйста, на милость. Как ты миновал? Сейчас еще... врезал мне все-таки. Все-таки он мне врезал. Да не туда. Давай ульем хотя бы его поджарим. Есть контакт. И боеголовкой. Бамс. Норма. Так, ну что у нас там? Наградушки, молот, кристалл, гайки и звездочки. Ну что, прошли мы с тобой этого голубя. И опять у нас здесь дед-зомби. Разыгрывается у нас с тобой топор. Ну что же, давай подеремся здесь. Довольно быстро пока проходим. И не забывай, что у нас уровень меньше, чем требуется. Так, блин, свинота это плохо. Свинота это плохо. Будет опять хиляться. Так, что можно здесь сделать? В принципе, если мы ее заморозим, это все равно никак не мешает ей отхиливаться. Все, она осталась одна. Такая пацифистка, да? На тебе из пушки это раз. И боеголовкой это два. И она еще и выжила, ты прикинь. Еще и звезданет сейчас мне. Точно. Вот такая вот она свинота. Ну что, бросаем. Так, а это что, хлопнет сейчас, да? Кактус. Кактус там. Со своим этим сердцем. Типа кукла Вуду, да? Давай вот так вот сделаем. Кактуса в минус. И боеголовкой добьем с тобой пирата-зомби.
Третья волна. Ох ты. Так, тут у нас ведьма. Вот я, наверное, так зря делаю, да? Нашего дедулю откидываю назад. Хотя, с другой стороны, пускай он там и стоит. Мы сейчас из пушки убьем голубя. Вот и дедуля все-таки ударил, да? На тебе. Четвертая волна. Милости просим. Сразу боеголовку запускаем. Когда они замороженные, друзья мои, боеголовка наносит удвоенный урон. А может быть даже и утроенный. То есть дополнительный урон идет там в процентовках. Не помню, какие проценты. Но колбасит, поверь мне, жестко. Так, давай, давай, давай. Ух ты, мы с тобой бомбочку получили даже. Замечательно. Так, этот будет окапываться. Оу, и этот еще на заднем плане. Ну, на самом деле, это не есть гуд. Сейчас удар, да? Перед смертью, естественно, он бомбит по мне. Так, слизень, на, лови. Урон кому? Этому? Этому. Так, этот сейчас в пузырь, наверное, нет? Не успеет. Не успеешь, гаденыш. Да сгори ты уже там. Все. Последняя волна. Друзья, начинаем. Что? Да не надо мне это ничего получать. Мне здоровье еще как у быка. Надо у этих близнецов как-то вольнуть. Да, ракета полетит. О, неплохенько, сразу их убрали. Обоих причем. Теперь давай мороженку уничтожим. Надеюсь, она сгорит. Плюс динамитик. Ну что, старик, давай как-то мы тебя заморозим, наверное. Для начала. Потом из пушки. И... ракета. Отлично. Так, и получаем топорики. 1,5 миллионов. О, боеголовка. Листочки, нормально. Так, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, посмотрим, что у нас тут в инвентаре и что можно нам с вами заменить. Так, акула у нас есть. Но это, опять же, не прокачанная. Но тут дофига чего можно прокачать, посмотри. Блин, хочу вот этот миниганчик себе. Так, у меня получается колода заморозка плюс огонь. Заморозка плюс огонь. Аргумент, что ли, взять? Это у нас по критовке идет фиолка. Зеленка идет по отравлениям, да? Зеленка идет по отравлениям. Да как бы не хотелось бы мне менять на самом-то деле на фиолку. Хочу получить новых животных, почему-то не дают. Вот не знаю, ребята, уже сколько играем, играем, а животины новой нету. А ее там много, ну ты сам видел. У меня сейчас в данный момент вот стандартные. Это жаба, кролик, черепаха Юра и... кто там еще, я уже забыл. Кто-то еще. Не помню, блин. Так, а этот же будет сейчас все равно на себе ведь принимать урон, насколько я помню, да? Точно. Ну и допринимался. В хлам, давай сюда бросим. Так, теперь, наверное, снегобум. Так, голубь-то у нас оклемался, смотри-ка, родной. На тебе. Сладости, гадости. Окей. Так, блин, вот что надо было мне убрать. Барабан судьбы из нашей, как говорится, коллекции. Точно. Он здесь вообще не в тему, ребята. Он очень дорого стоит и... он не наносит столько урона, сколько от него мы ожидаем. По крайней мере, я от него завышенного урона ожидаю, но он такого мне дать не может. Поэтому он как бы мне и не нужен. Поверь мне, есть оружие намного лучше. Так, минус кактус. Здесь самое эффективное, друзья, я вам скажу по чесноку. Вот берешь вот так вот, если есть у тебя заморозка, я надеюсь, она у тебя есть. Вырастаешь, они замороженные. В этот момент начинаешь бомбить всех налево и направо. Без стыда и совести, понимаешь? Вот единственная проблема, это вот с этим хлыщом, он сейчас будет хилять. И кого, естественно, будет хилять? Вон того вон. Всех, что ли, хильнул? Так, нет, 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 так дело не пойдет, ребят. Надо замораживать нафиг. Че это такое, я не пойму. А че он? А, фу, ты замор... я думал, нифига он
Эй, ну зачем ты так делал? Ну зачем ты? Это же дед сейчас воскреснет. Он же... Он должен умирать последним. Если ты хочешь, чтобы он не вставал больше, он должен быть последним. Такова, ребята, участь. У каждого зомби есть свои прибамбасы. Кто-то хиляется, кто-то окапывается, а кто-то резается вечно, пока не останется последним. Так, снеговик. Снеговик, опять там пират и опять же этот мухомор. Сразу, сразу псарню мы с тобой рассчитали. Так, мухомора сейчас тоже как-то надо... Нет, все, барабан судьбы меняем с тобой. Снеговик от заморозки, кстати, получает очень мало урона. Потому что у него, видимо, резист. Скорее всего, я только на это могу скидывать, ребят. Сейчас, успеем. Гриб, подосиновик, давай. Мухомор. Мухомор. Видишь, вообще не наносит урона практически. А вот огонь, да. Снеговик огня боится. Так, влупим. Барабан судьбы. Так. И, наверное, блин, того пса лучше, конечно, как-то переманить вперед. А как ты его вперед переманишь? Да никак. Если только этого деда убрать. А видишь, он с голубем поменялся. Сбросишь динамит, дед упадет, воскресится. Кто сюда пойдет? Естественно, дед. Сейчас собаку уничтожим, она мне звездюлей даст на прощание. И вот сидишь и думаешь, блин, плохо, что у тебя нету дискошара или еще что-нибудь, да? Или хотя бы морковки, которая могла бы просто их поменять местами. Да погоди. Оу! Ты понял, да? Самое противное, это вот эта вот ведьма, блин. Самое противное, блин. Она сжигает карты и... Точнее, она даже не сжигает карты, она их делает невидимой, и ты не знаешь, что у тебя... Вот так вот. И рандом называется. Ну вот... Ай-яй-яй-яй, давай заморозку с тобой быстренько применим. А, это последняя волна, я и смотрю, что-то какой-то зомби уж больно здоровый. Потому что волна последняя, это типа как босс. Давай, что у нас тут? Динамит. Ага, разобрали. Давайте вот это попробуем, что тут у нас. Да как так-то, блин? Трындец, блин. Старикан вшивый, а. Подменялся в последнюю секунду. Ладно, мы разобрали. Ну что, ребята. Так, у нас тут лук. 7 кристаллов. Ну, неплохо, неплохо. Так, друзья, предлагаю сделать хитрый ход. Если у нас игру откинуло назад, да, на 4 этапа, то мы с тобой сегодня пройдем не как обычно один островок, а пройдем 2. Я думаю, это будет справедливо, да? Поехали. Так, здесь у нас разыгрывается улей. Единственное, что главное, чтобы у нас хватило энергетических напитков. Потому что если не кончится, естественно, мы с тобой не сможем продолжать играть. Так, ну что, блин, я опять хотел убрать вот эту вот фиговину. Она мне не нужна. И постоянно я забываю. Так, давай-ка мы этого халабута... Во, раздавили. Так, слушай, бомжара, иди отсюда, а. С какой-то короной. Так, он остался один. Ну, нам проще. Один всегда проще, ребята. Заморозка. А дальше, что хочешь с ним, то и делай. Давай дальше. Ух ты, давно я не видел тебя, пенек. Давненько ты мне не попадался. А тут ты все-таки попался мне на глаза. Пенек — это, кстати, самый-самый первый противник, когда ты начинаешь играть в эту игру. Бамс, минус кактус, верно? Верно. Так, давай-ка сюда. Ульем, наверное, поджарим его еще чуть-чуть. И динамит. Да, нам динамит здесь поможет. Бамс. Шикадрака. Шикадрака, что за слово такое придумал я только что. Нифига себе, мороженка с какой-то... С каким-то петухом на голове, ё-моё. Видно, он мою ракету тоже привлек вниманием, поэтому я отдуплился. Так, башенка. Нет, надо нам мух поджарить. Так, мы ее вообще ушатали. И вот сейчас бы ракетку как раз на замороженку. Ой, хорошо пошло бы, смотри. Замечательно. Так, улей. И добивка. Четвертая волна. Где вы там, хламоны? Вот они идут.
Еще раз повторяю, ребят, если есть заморозка, всегда применяй заморозку. Как ты не заморозился еще, гаденыш? Смотри-ка. На, выжили. Ну, кому сейчас не повезет? Ну, естественно. Так, секундочку. Давай вот так сделаем. Живучий. А скелета убьем с тобой? Фигушки, да? Кстати, вот эта вот фигня у него на голове, это знаешь, откуда отсылка? Из Half-Life'а. Я думаю, что ты понял, да, кто это такие? Это те самые крабики, которые прыгали тебе на голову и... как тебя, порабощали? Можно так это назвать? Ну что, заморозка? Фига, у тебя там очки виртуальной реальности для циклопов, что ли? Парень, надел тоже мне. Так, секунду, сейчас. Сделаем выстрел. Бубу, прям в бичару попали. Так, может, динамит пропилим? Пускай греются. Да чтоб тебя, ты посмотри, какой жук, а? Не хочет. Ладно, сейчас будем опять заморозку с тобой делать. Я успеваю. Так, минус бомж. Сейчас, секунду, башенку уничтожим. Ага, уничтожишь башенку. Я предлагаю сделать вот так вот, барабан судьбы. Да не говори, что ты все три снаряда, прикинь. Все три снаряда прилетели. А этот сейчас оклемается и ударит. Засранец мелкий, на тебе за это. Ну что, у нас последняя волна. Не надо мне вот этого всего вашего. Я и так справлюсь. Без каких-либо проблем. Холодильник, на. Улей, жуй. Пушка, бомби. Так, еще раз улей. И теперь я сбрасываю динамит. Не фулл стак, конечно. Фулл стак будет 5, а тут 4. Но этого хватило, да, чтобы этого бомбануть. Электрика. Ай-яй-яй, я хотел... Вообще-то я хотел, чтобы убили этого. Кидает карту мне, да? Карта крыса. А это последний у нас чувачок. Все, мы прошли. Так, ну-ка. Сколько? Ух ты, 2 ляма ульев. Пробирки, звездочки. Звездочки — это опыт. Этого мы прошли, теперь отправляемся к гоблину. И у нас здесь будет разыгрываться дискошар. Ну что же, дискошар тоже пригодится. Тем более, когда он меняет противников местами, он, по-моему, еще и наносит урон. А я опять догадался, что не сделал. Ну, конечно, не поменял, блин, барабан судьбы, ё-моё. Не поменял барабан судьбы. Я не знаю, почему у меня в последнее время вот раздражает. Наверное, потому что он очень хреново наносит урон. Если бы его прокачать офигенно, тогда да. Но здесь почему-то вот очень сильно бесит. Нифига, мороженка. Ты посмотри на эту мороженку. Вся в трубочках каких-то. Я такого еще, по-моему, мороженого не видел. Так, надо свиноту подбить. Че он постоянно там захиливается, а? После применения каждого моего удара она хиляется, что ли? Я не могу врубиться. Как это все работает у нее? Так, листья, дискошар. Так, ну я ее замораживаю, короче, и... Что сделаем? Да и чего вот так вот сделаем? Бэмс! Блин, еще живая, а ты посмотри. Давай ракету. Окей, третья волна. Welcome to hell. Это у нас йети какой-то, я не знаю, ребят, космический. Потому что он в скафандре. Там трубка у него кислородная. Так, одного мы с тобой уже ухоркали. 147 тысяч здоровья. Давай бросим динамит. Так, скелет, ты чё? Выжил как-то, умудрился. Ну-ка, барабан судьбы. Эх, еще звездюлей мы успеем получить от этого йети. Он еще и заморозил мне карту. Гаденыш. А, ну все, я понял. Это у нас принимальщик урона. Но он принимает только лишь одиночные атаки. Массовые все равно, ребята, распространяются абсолютно на всех. Так что пускай не радуется. Сейчас, 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 сейчас. Воу, даже вот так вот. Тогда бросаем динамит. И боеголовку. Отлично, Гринч уходит к праотцам. Гоблин, ну ты не радуйся здесь. Ой. Эть,
Гаденыш ты такой. Успел звездануть, да? Так, сбросим улей. Сделаем вот так. И... ладно, сделаем барабан судьбы. Плюс вот так. Ать! Да-да-да, нифига он бомбит. Блин, я хотел просто фулл стак сделать, но у меня не получилось. Пускай тогда взрываются. Угу, взрываются. Мы еще не взорвали, ребят, с вами. Так, а этот окопался. Ну, это хорошо, что он окопался. Так, если бы он ударил, бы у меня здоровье было бы намного меньше. Так, и у нас последний этап. Кактус. Опять этот чувак. Слушай, откуда-то вот отсылка? Из какой-то игры. То ли из GTA, то ли... не могу вспомнить. С какой игры или что такое? Именно вот с Узи и вот с этой банданой на лице. Где же? С какой рубрики этот чудик? Я вот не помню. Так, стоп. Блин, я не успею. Что-то жирная кабанина здесь. Чересчур жирная. Но урон у нее не особо сильный, если честно. В плане я ее не заморозил. Ты что, совсем что ли припухла? А? Свинота, скажи-ка мне на милость. Совсем нюх потеряла, да? Хиляет она себя еще здесь. Причем так здорово хиляет. По десятке. Как тебе такой расклад? Просто по 10 тысяч отхил идет у нее. Ну. Пим-пим-пим. Бинго. Уложили. Так, что у нас тут? Дискошар 2 ляма. Так, 2 кристалла. Ну, листочки и опыт. Так, ну-ка. Блин, чуть-чуть не хватает до уровня. Слушай, у нас тут корона. А, ну да, у нас с тобой становится 16 из 20. Теперь вот я не забуду, ребят, не забуду, что нужно зайти в инвентарь и убрать. Ух ты. А у нас тут прокачка вовсю идет. Сейчас, подожди секунду. На что поменять барабан? На акулу. Акула же это у нас... Так, перемещает цель на случайную заднюю позицию. 50 урона за использование карт синего цвета. Максимальное увеличение 3 раза. А это у нас... Так, перемещает цель на переднюю позицию. Если цель отравлена, понятно, это с отравлением. У нас, к сожалению, нет отравы. Можно взять вот, кстати, лук. Взять лук. Ну, лучше, наверное, взять что-нибудь огненное. Что у меня огненное? Что у меня есть огненного? Дробовик и аргумент. Огнетушитель, бумеранг. Да это фигня, все полное. Напалм. Напалм. Тоже как-то не хочу брать напалм. Если цель заморожена, дополнительно наносит ей 100% урона. Оу. Вот так вот мы с тобой, наверное, сделаем. А это что у нас там? Поджигает цель и дополнительно наносит 100% в течение 6 секунд. Видишь, тут на отравление он все-таки работает. А это именно на заморозку. Так что давай мы, наверное, с тобой улучшим. И улей. Так. Ну, в принципе, нормуль. Ну что, у нас кактус. И, кстати, босс будет тоже кактус. Сейчас мы посмотрим, как у нас тут пойдут дела. В гору или под гору. Так, заморозили. Блин, а где у нас? Что-то не выпадает, да? Такая физиономия у него была. Так, давай-ка мы, наверное, мороженку с тобой шваркнем. И остается у нас вот этот осьминожик. Ни головы, ни ножек. Так, шваркнули. А сейчас вот посмотрим. Воу-воу. Действительно, по замороженным бомбит просто великолепно. Тут не поспоришь. Свинота опять выжила. Да что ж ты будешь делать-то, а? Свинота ты непутевая.
давай. О, правильно, так ей и надо, этой свиноте. Так, я еще сюда сейчас брошу вот так вот динамит. Минус двоечка. Так, гоблин, ты не радуйся. Вот тебе улей. Опять же заморозка. И сразу же начнем. Да что ты, свинота, ё-моё. Да, так как она не заморожена, поэтому, ребята, урон маленький получился. Так. Вот сейчас они втроем все заморожены, давай попробуем. То есть бомбит он рандомно, он не по одной цели бомбашит, вот что я тебе скажу. Минус, свинота чертова. Так, сейчас, секундочку. Хоба. Не то. А Гринч собирается кого-то усилять, кого-то там усилять собрался, а? Со своими пробирками. Голубя, который сейчас отдуплится, или себя? Нет, ничего у тебя не получилось. На, на, на. Замечательно, двигаемся дальше. Заморозка, бросаем улей. Это у нас понятно, отсылка на Марио. Тут уж ни с кем не спутаешь. Боеголовка ледяная летит в Йети. Теперь вот так. Что-то как-то вот кактус... А, да нет, кактус не последний босс. Но почему-то все равно мало урона наносит ему этот гранатомет. Так, минус. У этого что-то исчезло. На тебе холодильником сверху. И снегобум. Нифига, он еще живет. Давай так сделаем. Переходим на пятую волну. Заморозка. Сразу же всех замораживаем. Плюс бросим улей. Стрельнем из пушки корабельной. Так, опять бросим улей. И... Так, секундочку. Вот так вот делаем. Ё-моё, они отошли. Они отошли от мороза. От заморозки. Но динамит все равно их поймает. По крайней мере, вот этих двоих точно снесет. Ну, а голубя мы с тобой что сможем сделать? Можно его заморозить и убить. Все. Ах ты. Маска, ребята, узнаете маску, да? Прикрыл физиономию, правильно. Прикрыл свою харю. Так, боеголовка морозная. Минус у нас кактус. Аптечку получили, это классно, что аптечка. Так, ты не радуйся. Будешь заморожен у нас тут стоять. Кого? Ну смотри, он даже несмотря на то, что, ребята, он в окопе, он получает очень много урона. Блин, вот пушка, конечно, здесь подхандрила, так сказать. А ну-ка давай вот так вот. Тейнс, тейнс, тейнс. И вот надо ему все равно. А вот на дорожку надо ему было садануть меня. Гаденыш такой. Так, два ляма гранат. И... да, новый уровень, друзья мои, 48-й. Отлично, ну что, переходим на кактус. Блин, секунду, секунду, ребята. Ну давай, 30-ку потратим на последний, так сказать, поединочек на сегодня. Поехали. Тут кактус будет последний босс, напоминаю. Опять окопыш. Окопыш, да? Его и так-то тяжело пробить. А когда он окапывается, еще, ребят, сложнее становится. Видишь, какой жук. Так, так, ага. Минус мухомор. Йоу, нифига его там бомбануло, ребят. Это, конечно, круто было. Вторая волна. Знаете вам, динамит. Так, вот здесь надо поменять. Ага. Так, заморозка, заморозка. Этого надо жулика заморозить. И здесь желательно бы его и распетрушить. Сейчас попробуем вот с этой штуки. Ну, отлично, обоих сразу снесли. Продолжаем поединки.
Так, этого как-то, блин, а тут уже не поменяешь местами. Мы можем только, если в лучшем случае. Похож на этого, знаешь, это фильм, где Рева-то снимался в бабушку. Похож, да, он здесь? Бабушка легкого поведения или как-то? Похож, серьезно тебе говорю. Бубух. Хлам взлетел. Так, давай вот так сделаем. Кактус, уничтожь кактус мне. Эх, иди сюда, хламон. Вот и все. Так, четвертая. Четвертая, друзья, волна. Заморозили, заморозили. Двух братьев как будто здесь и не было. Вообще сносит, конечно, замечательно. Вот эта вот ледяная боеголовка. Не зря я ее прокачивал в свое время. Что-то как-то кисловато, да? Поменяли местами. Сейчас попробуем. Опа. Тихо-тихо-тихо. Не надо тут хилять только. Взлетел. Ну что, Грифон, хиляешься потихоньку, да, я смотрю? Тогда получи ракету. Предпоследняя волна у нас. Поехали. Рыбный дождь, само собой. Так, так, так. Ага. Дальше, если я, наверное, бомбану из пушки. Слушай, а у нас, по-моему, максималка это 4, да? А, нет, 5, 5 все-таки стаков. Сейчас, смотри, бросим с тобой... Вот этих двоих как будто снесет ветром. А, зомби-то, ё-моё, зомби-то опять же снесло ветром, ага. Непонятно каким. Дед, я знаю, знаю, что ты сейчас хочешь звездануть. У тебя прям руки чешутся, и он ударит. Он ударит. Давай из пушки по нему. На, догоришь? Мало того, что он меня еще раз ударил перед своей смертью, а ты посмотри. А вот и босяра, нифига. А книжка, ты узнаешь? Кто узнал, что он держит за книжку в руках? И закос под кого? Никто не узнал, да? Короче, я тебе скажу, что это книжка из фильма «Зловещие мертвецы». Да, это именно та книжка. Восстание не живых, а восстание... Блин, подожди, как там называется-то? Зловещие мертвецы или что-то такое. Я уже сам даже забыл, ё-моё. Ну все, думаю, вспомнили, да? Некрономикон. Именно это он. Так, ладно, сейчас мы с тобой этого ушуркаем. Все. Все, ребята, прошли. Ох, почти 3 миллиона холодильников. О, импульсная бомбочка. Так, ну что, отлично. И мы с тобой переходим на следующий островок. Проходить мы уже будем его в следующей серии. Так, а навестим-ка мы с тобой робота нашего. Опа, хранилище. Так, получаем все. Все получили. Так, прокачки. Опа, он уровень что ли получил? Точно, друзья, 24-й левел у него. Так, надо брать. Так, ну что, получили мы с тобой шестеренки. Бой с боссом, давай. Сможешь одолеть босса? По идее, должен, как бы он, наверное, я думаю, да? Да, конечно, он его, смотри, разносит в мясо. Слушай, полезные штуки он нам нашел. Такс. Ну, это понятно, это приумножили. Какие-то крохи тут получили. Так, приумножили, ну это, конечно, смех на палке. Так, и вот пошел на следующую локацию. 230 волн ему придется преодолеть. Но судя по тому, как он их тут бомбит, я думаю, у него с этим проблем не будет. Так, что это у нас тут? Получить награду. Получили. Так, ну умножать я не буду, ребята, так как тут мало всего. Просто получить и выбрать. Отправляем жабу, здесь отправляем нашего кролика. Пускай шуркаются. Это событие мы не будем сегодня играть. Ну и это тоже, это уже в следующий раз. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых.
видосиков.